сказал. Ну что, сейчас научишь, я в медицине понимаю. Кардиохирург, да. Thank you.
Нет, так там это надо идти туда, и сам этот еще в этот. А это натуре? Нет. Ой, райки? Это что-то означает. Подожди. Да. Хоть райки. Ну, и еще раз, ну, я, из того, что я далека от этого, но мне кажется, вот, кто знает, как будто даже после, ну там где-то встречались, поздоровались. Почему? Эрнст неизвестный как раз-таки сделал только черно-белую часть. Голову он не делал. И как раз-таки ему и сказали, типа, а он говорит, ну вот это Хрущев. Он говорит, Хрущев хотел, чтобы народу было понятно, известно. Голову делала, да, голову делала отдельно ученица Эрнста неизвестного. И вот когда она уже встала, то что он сказал, что ну, достаточно, вот без головы этого произведения. Ну так это он тогда троллил, как бы ты судил об искусстве, искусство перевело тебя. Сомнительно,
Своим портретом потёрся. Про него Зверушка.
Он не был на похоронах жены, он не приходил на могилу 15 лет после ее смерти. Только в своей жизни он стал чуть более сентиментальным, и только по ночам, только вот в эти исцеленные ворота, как назвали по легенде сталинские, заезжала черная машина. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Молодец, мужик. Всех обманул.
А, это чудо. Да. Ну вот он недалеко чехал. Надежда, что.